Самый настоящий профессиональный духовой оркестр лучше любой мелодии будильника. Красноярский духовой оркестр специально для вас в новом утре прямо сейчас. Да-да-да, это именно то, что вы услышали. Композиция Майкла Джексона «Билли Джин» с Джин. В исполнении самого настоящего духового оркестра эту музыку и многие другие композиции вы сможете услышать лично, потому что у нас есть специальный пригласительный билет на специальное мероприятие, и получит его тот, кто ответит на простой вопрос. С какого альбома Майкла Джексона прозвучала эта композиция? Вы слышали песню, ее узнали. На каком альбоме была эта композиция у Майкла Джексона? Название сообщите нашему продюсеру по телефону 202-88-88. Ну а мы пока пообщаемся с директором Красноярского духового оркестра Еленой Мошкиной. Здравствуйте. Доброе утро. Рок-н-поп-легенда. Именно так называется концерт, который вы приготовили для всех поклонников, ну, не только духовой музыки. Конечно, для поклонников вообще музыки в целом, рок-музыки, поп-музыки. Приглашаем всех 18 марта в Дом кино в 18:00 на новую программу, долгожданную программу Красноярского духового оркестра «Рок и поп-легенды». Но это ведь сложно, песни, которые не предназначены для духового оркестра, переложить на эти инструменты. Это сложно, но это жутко интересно. На самом деле очень много инструментовок именно для духового оркестра. Если чего-то нет, но очень хочется, то заслуга нашего главного дирижера Ильи Богова, он это все может. Поэтому группа кино, может быть, ее не было в инструментовке, но он сделал. Поэтому можно будет услышать, я не знаю, вот мы угодим всем, наверное. Это и музыка из отечественной рок и поп-музыки, и, конечно, зарубежной. Queen, что еще, Scorpions, Whitney Хьюстон, Deep Purple. Классика. Ну вот прям самые-самые топовые композиции. Чего будет больше, рок или поп-музыки? Рока все-таки чуть-чуть будет больше. Это, видимо, потому что мужчин очень много в коллективе, да? Потому что эта музыка, она такая вот прям с драйвом. Более интересная, наверное, в точке зрения музыканта. Да, интересная и, наверное, неожиданно именно в исполнении духового оркестра. 18 марта в 18 часов в Доме кино оркестр будет в таком же составе или обычно вас больше? Оркестр будет в 5 раз больше, 30 человек. Вау. Поэтому звука будет в 5 раз больше. Ну вот поверьте нам на слово, вот даже тот малый состав, который находится сегодня здесь, звучит очень громко. 30 человек, это, наверное, вообще будет очень мощно. Это до мурашек. Будет круто. Круто. А какая самая сложная композиция для того, чтобы вот переложить партитуру на духовые инструменты? Ну, так сразу не могу сказать. Ну, не было чего-то такого сложного, с чем боролись, бодались. Не знаю, не услышала, не увидела. Сложным точно не был вопрос, который мы задавали, потому что уже есть правильный ответ. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Татьяна, добро пожаловать в прямой эфир. Итак, Билли Джин, я почему-то... Да, Билли Джин. Билли Джин. С какого альбома эта песня? Триллер. Еще раз? Триллер. Тот самый, откуда и клип вот про все вот это. Мы поздравляем вас, вам достаются пригласительные билеты, вы сможете совершенно бесплатно послушать музыку. Вы же любите духовой оркестр?
Да. Более того, он пригласительный на две персоны. Сможете пригласить еще кого-то либо в свою вторую половинку, либо подругу друга. В общем, этот билет становится вашим. КПЛО 50, адрес, по которому можно будет его забрать. Спасибо вам. Пожалуйста, у нас есть еще одна, да, композиция, да, которую мы можем послушать. Делайте телевизор погромче. Обязательно это поможет вам лучше услышать Красноярский духовой оркестр. Если у вас кто-то сейчас не хочет просыпаться дома, поднесите телевизор вот к подушке, и вот точно человек проснется. Что будем слушать? Будем слушать Deep Purple, легендарный Smoke on the Water. Smoke on the Water. Yeah, поехали. В исполнении Красноярского духового оркестра вместе с нами сегодня также в студии был директор Красноярского духового оркестра Елена Мошкина. Вам большое спасибо. Все на концерт 18 марта в 18:00 в Доме кино «Рок и поп-легенды».